туда же. Что, так не ходит? Бабушка, пока. Атакуй. Пока. Всем привет, дорогие друзья. С вами старый добрый Макс. И мы. Дедушка. Дедушка, не отвлекай, дедушка за рулем. Нет. Мама. И папа. Сегодня у нас будет поездка в Уржу. Да. Супер. Там еще в баньку сходим. А кто, что такое Уржум? Все знают, что такое Уржум? Уржум — это город. Это родина Сергея Мироновича Кирова. Да. Так что сегодня у нас предстоит длинная поездка. Ехать мы будем где-то примерно 2.5 часа. Так что в путь. Сегодня у нас вообще прекрасная, замечательная, солнечная погода. Смотрите. Смотрите, солнышко, прям видно его, яркие лучи. Ну, извините, это не то совсем. Дождь, который очень нам нужен. На самом-то деле, вот у нас какая погода. Мрак! Мрак мраком. Не мрак, хороший. Тебе нравится? Да. Очень нравится. Ну ладно тогда. С Богом! Приехали в Малмыш. Ну это не Малмыш, это Калинина. А это что значит Калинина? Около Малмыша, да? Около Малмыша, да. Перегород. Понятно. Сейчас будем ждать деда Сашу. Моего второго дедушку. Сейчас приедет на машине. Ух, ты видал фокус крутого стормтрупера? Нет, не видал. Задал дедушке. Понятно. Че? Значит, только я и камера вижу. Покажи. Нет, он уже в кармане мне сидит. В кармане у тебя сидит? Да. Ты туда положил сюда? Да. Дедушка, пойдем кофе попьем. Пойдем. Шашлычная. Работает 24 часа в сутки? Офигеть. Выпитый чай. Дедушка. Так, все, вытаскиваем. Дедушка. Здорово. Даня, давай, счастливой тебе. Давай, увидимся через недельку. Прыгиваю внутрь. В путь. Ну, ладно. Бы отсюда скатиться зимой, а? Прикольно было бы. Крест видите? Сейчас к нему сходим. Пока, крест. Уржум. Папа, сфотографируй меня сейчас. Уржум. Здравствуй, Грей! Ты помнишь? Помнишь меня? Эй, Грей! Хорошенький. Сейчас.
Ой, что ты делаешь, Вася? Пошли. Ну, Грей. Цветы уже тут есть. Хорошо, да? Где ты? Воюешь? Воюешь и ходишь, да? Миленький. Мы сейчас приехали в дом моих вторых дедушек и бабушек, да? Пап. Угу. По маминой линии. Угу. Вот. Ух. Значит, вот так вот выглядит у нас зал. Телевизор у нас вот тут вот. Это диван такой прикольный, он еще может раскладываться и превращаться в кровать. А это самая главная часть его зала. Разговаривающая киска. Манечка. Мур-мур. Манечка, девочка. Муронька. Красавица. Мочи-мочи. Да. Она мне еще песенки рассказывала. Песенки. Да. Сейчас скоро я вам покажу еще и остальной дом. Так что, вперед! Это туалет. Второй в доме. Первый я вам покажу. Так. Здесь лестница на... Так, это первый. Значит, первый. Второй. Третий. Нет, первый, второй, третий, четвертый. Это на четвертый этаж лестница. Если сюда спустимся, мы придем к второму этажу. Здесь у нас баня. Она топится. Мы сегодня туда сходим. Так, если спустимся вниз, то здесь мы увидим, что автоматическая лампочка. Закрываем дверь, свет выключается. Открываем, включается. Вроде бы так. А нет, не так совсем. Здесь у нас вроде бы недоработанный туалет. Его еще нужно будет доработать. Открываем эту дверь. И мы входим в гараж. Здесь комнаты дедушки. Ну, в смысле, мастерские. Это моя самая любимая. Спортзал. Это у нас стол для бильярда. Новый. Диван. Аэрохоккей. Ой, я по тебе так сильно скучал. Кровать. Телевизор. Беговая дорожка. Еще что-то я любил на этом кататься. Ну вот и всякие разные другие прибамбасы для упражнений. Где нунчаки? Тут нунчаки были где-то. Ну вот, короче, это у нас спортзал. Боксерскую грушу скоро прикреплят. Прикреплят. Идем дальше, походим. Видите, я же говорил, автоматически включается. Как только что-то проходит или около него появляется, он включается. Это еще можно использовать для того, чтобы определить, есть ли в доме призраки. Туда, я думаю, схожу с папой. Мне потом уже страшно туда ходить одному. Хотя, давайте. Ой, блин. Я всегда ссал туда ходить одни. Нет, я туда не иду. Не иду туда, извините меня. Попозже. А, вот здесь была комната моей прабабушки. Наши вещи тут. Это первый туалет. Ну, еще и ванная. Это джакузи. Здесь нужно мыться. Здесь релаксировать, здесь мыться. Здесь тоже мыться можно.
Привет, я знаю, что у меня красивая прическа. Да, это самая первая ванна и самое главное, потому что здесь есть джакузи и мыться. Я называю это место мыться. Знаете, я вам расскажу один прикол. В детстве, когда я был маленький, когда я первый раз увидел такую штуку, я боялся в нее заходить и там мыться. Знаете почему? Когда я закрывал, я вот что думал. Блин, она закрылась, черт. И такой думаешь, а если так крышка закроется, вода будет наполняться, и меня там затопит, черт. А потом я понял, что там есть щель, и так что даже если будет заполняться, то вода отсюда будет просто выбегать. Кстати, здесь нет никакого замка. Просто взял. Вот так вот. И все. Так что, да. Я здесь сегодня точно помоюсь. И зеркало вот еще одно. Промыть надо его. В принципе, из самых главных частей я вам все показал. Есть! Есть! О, oh, yeah! Я говорю, не теряй. Смотри, смотри. Я же для тебя специально такое сделал. Легкий шанс. Да, какой тут легкий? Вот, говорю, этот обед, отбей покороченному, и все. Или вот этот вот. Тут без разницы, ты сейчас никакие не попадешь никуда. Который не получился. А, тонкий удар. Нет, как это считается? Это считается, что ли? Еще. Я потом тоже сразу могу. Это называется своего забивают. Я сейчас пойду в баню. Но это вы увидите уже завтра. На сегодня все. С вами был я, Максим Монаков. И прекрасная Маня. За нее лайк. Увидимся уже завтра. Берегите себя, заботьтесь о других. О, прикольно. Мне вот нравятся более такие вот, знаешь. Ну да. Вот типа таких вот. Мне нравятся такие. Мне хочется лайк, понимаешь?